Девочки, привет! Привет! Чему ты нас сегодня научишь? Наступила весна, и это настоящее преступление не использовать яркие цвета в макияже. Сегодня мы научимся делать макияж в красных оттенках. Для макияжа в красных оттенках очень важно создать идеальную основу, так как красный цвет подчеркивает все несовершенства кожи. Итак, покраснение на коже мы нейтрализуем зеленым консилером, синячки под глазами – персиковым консилером. В качестве базы мы используем кремовые тени с перламутровым оттенком. Наносим на все подвижное веко, растушевывая у орбитали. В качестве основного мы выбираем красный ягодного оттенка. Наносим этот цвет на подвижное веко. Красный цвет – это не только алый, это и коньячный, и винный, и дикая вишня, и терракотовый, и кирпичный цвет – это все оттенки красного. Поэтому для своего макияжа можете выбирать любой из этих оттенков и экспериментировать. Убедитесь в том, что цвет лежит однородно. Если недостаточно, наберите еще немного из палетки и добавьте. Один из самых важных моментов макияжа глаз – это хорошо растушеванная граница. Всегда имейте наготове чистую пушистую кисть, чтобы смягчить границу теней. Нанесите светлый перламутровый оттенок в уголок глаза, растушевывая к центру. И не забудьте его добавить под бровь. Перламутровый красный нанесем в центр подвижного века. Красные цвета отлично работают в дуэте с другими оттенками. Вы можете поэкспериментировать и выбрать для работы с нижним веком, например, медный коричневый оттенок, как сделаю это я. Выделите ресничный контур и внешний уголок глаза более темным оттенком красного. Хорошенько прокрасьте ресницы тушью, это добавит глазам выразительности. Если вам хочется немного похулиганить, сделайте ресницы контрастного зеленого цвета. И, наконец, в завершении макияжа добавим хайлайтер, скульптор, а вот от румян можно отказаться. А вот с тобой-то, Вика, мы похулиганим. Мы сделаем не зеленые ресницы. Нет, мы сделаем тебе стрелки модного красного цвета с помощью устойчивой губной помады. Смотри прямо. Ой, красиво. Самое сложное в стрелках – это сделать их одинаковыми. Учились макияжу в красных тонах Виктория Лазарева и Илья Заречный.